Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 апреля, День Марии, назван в честь преподобной матери Марии Египетской. Был святой Зосима, достигший в постничестве совершенства и хотевший узнать, есть ли более совершенный человек, чем он. И ангел сказал ему, есть такой, и указал, где его найти. Зосима пошел и нашел женщину, это была Мария Египетская. Ранее, с 12 лет и более 17 лет, она предавалась блуду для удовлетворения похоти. Потом, опомнившись, раскаявшись, около 48 лет она пребывала в пустыне и была прощена. Этот день в народе имеет несколько названий. Мария Пролубница, Мария Египетская, Пустые щи, Мария Зажгисня и некоторые иные. К этому времени заканчивались запасы капусты, потому щи из капусты не варили, старались на еде экономить. По этой причине сегодняшний день имел название «Пустые щи». В церкви почитали память святой Марии и молились ей для защиты от зла и порчи. В этот день было принято оставлять угощение для домового, чтобы он не мучил жильцов своими проделками. Для этого оставляли немного каши, наливали в блюдце молоко. Сегодня было принято мыть входную дверь со всех сторон, используя для этого воду с растворенным в ней вином и цветочным медом. Приметы. Звездное и ясное небо в сегодняшнюю ночь предвещало благодатное лето и богатый урожай. Бурное половодье в это время предвещало удачную рыбалку и хороший сенокос. Лед быстро сходит, год будет удачным. Во время заката солнца видна молния, к дождю утром. Глухие и короткие громовые раскаты. В ближайшее время погода будет солнечной и теплой. Молнии без грома сверкают. Лето будет засушливым. Утки и гуси раньше вернулись к потеплению. Десятые лунные сутки. Также принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самое лучшее, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!